Сверху шерсть и снизу шерсть. Термобелён Новатур – двойная шерсть с двух сторон. По классификации оно не самое теплое, вроде как еще есть теплее, но мы не очень представляем, куда теплее, потому что, блин, жарко. Ощущением это бабушкин свитер. Немножко колется, в ногах не колется, кстати, колется в теле, потому что в ногах он плотно облегает, а вот в теле чуть-чуть есть какое-то движение, где он движется, он чуть-чуть капельку колет. А может тебе верх просто поменьше? Вот не надо поменьше, мне в нем двигаться хорошо. Мне нравится. Это элька и там, в отличие от серии «Актив», на меня нормально надели штаны. Не пытались мне сломать пальцы при одевании, ничего сделать. Изнутри очень гладкое, потрогай. То есть даже удивительно, что оно колодцу умудряется. Так, потому что колодцы здесь нечему. Вот. Штаны. Вот, штаны тоже такие очень мягкие. Тут специальная, значит, обработка шерсти. Что они здесь пишут у нас? Так. Так. В общем, ничего не по существу не пишут. Пишут, что оно отлично применяется для охоты, рыбалки, ткань с объемной двухслойной структурой плетения. По составу 50% полиэстер, 50% шерсть. Я все-таки предположу, что вот, наверное, вот этот вот полиэстер, 100%, отводящий влагу, да, типа Coolmax материал какой-нибудь такой. А вот эта шерсть явно совершенно. Соответственно, здесь у нас влага отводится, шерсть получается немного сырая, но она даже сырая греет, поэтому проблем с этим не будет. Мне нравится, на холодную погоду отлично. Но вот опять же вопрос в ногах. Элька на мне сидит туговато. Я вот поприседаю, спина нормально. Вот даже если вот так сделать, вот она, только тогда немножко начинает оголяться. Двигаться можно, тянется она хорошо, лучше, чем серия «Актив». Но, опять же, для длительной носки я себе взял бы штаны все-таки XL. Или похудел бы немножко, лучше похудеть. Так что занимайтесь спортом, худите ноги свои, что у вас там есть лишнего. Вот белье немножко, может быть, поможет. Хотя оно сохраняет калории, поэтому не знаю, думайте. Но на рыбалку отлично. У сплава есть похожая серия «Комфорт». Там меринос однослойный, дикий, паран, немного более колючий, несмотря на обработку. В принципе, они очень похожи, нужно проводить специальные тестирования какие-то, чтобы понять, что лучше. Пока мы до этого не доросли, если вы пробовали, у вас есть опыт, пишите, ну, как-нибудь до этого тоже доберемся, наверное.